Всем доброго времени суток, с вами Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. Подошел черед протестировать инвестиционный проект Instant Pace, который предлагает нам зарабатывать 14% в день. О компании здесь написано довольно-таки неясно и неточно. Занимается поддержкой только самых перспективных и прибыльных проектов современности. Это нам, конечно же, ни о чем не говорит. Якобы это британская компания официальная, в чем я очень сильно сомневаюсь. Ежечасные начисления 4,75%. Минимальный вклад 1 доллар, либо 70 рублей. Еще также принимаются различные криптовалюты. Моментальные выплаты. Здесь проект стартовал 22 ноября. Принимают Payeer, Perfect Money, ADV Cash и различные криптовалюты. Сейчас я зарегистрируюсь и сделаю вклад. Попадаю в личный кабинет. Сейчас пополню свой баланс. Перейду в раздел «Инвестировать» с помощью Payeer рубли. Сумма депозита 100 рублей. Чистая прибыль составит 14 рублей. Сейчас пополню. Итак, как мы видим, депозит начал свою работу. Через час должна прийти первая выплата. Через 24 часа я должна буду получить 114 рублей мгновенно. Сейчас я приостановлю видео. Через 24 часа посмотрим на результат. Итак, депозит закончил свою работу. Статус завершен. Прибыль 114 рублей. Попробую вывести средства на платежную систему Payeer. 114. Выплата произведена. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв. Давайте проверим Payeer кошелек. Обновлю страницу. Так, сегодня 26 ноября. Деньги мне не пришли. Как видим, последнее поступление 24 ноября. Сейчас 26. Деньги мне не выплатили. Учитывая то, что здесь заявлены автовыплаты, выплата в режиме инстант, то есть мгновенная. И статус уже выплачен, деньги должны были прийти на мой Payeer кошелек. Но почему-то денег нет. Поэтому можно сделать вывод, что проект Instant Pace деньги не выплачивает. И никакой прибыли здесь получить никому не удастся. Лучше не связывайтесь с данным сайтом, не тратьте зря свои средства. А пользуйтесь проверенными методами заработка в сети. На связи с вами была Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. Всем пока!